Здорово, мой дорогой друг, с тобой снова я, Тим Мацони, и со мной Полиночка, красавица-припевица. Реакция на ТикТок, твоя любимая, устраивайся поудобнее, влепи лайкусик. Погнали смотреть. Алло. Алло. То есть представь на секундочку такой момент, дядька узнает о существовании ТикТока. Он приблизительно проводит аналитику, что да как залетает, и решается снимать вот это. Не прогадывает ведь. Разрисованные куклы, какая-то сатаническая утварь, ментос, шашлык недожаренный, и он лежит мокрый в снегу. Сзади бэха. А в этом, блядь, что-то есть. Слушай, слушай. Ну, вот так. Внимательно посмотри на эти три фотографии. Ничего не замечаешь? Это неудивительно. Это я, блядь, когда сладкое увижу. Переверни телефон и посмотри это видео заново. Внимательно посмотри на эти три фотографии. А что будет-то, блядь? Да нет. Блядь, опять эта хуйня. Я реально думал, блядь, посыл какой-то на фотках. Хочешь крутой аромат? Покарабан Invictus для тебя. Хочешь крутой аромат? Я предполагаю, что это хозяин магазина, и он бахнул этих духов. Причем в прямом смысле этого слова. Покарабан Invictus. Жена уже спалила. Она говорит, что ты на меня перед сном уже заложила? Я говорю, не обращай внимания. Это твои тараканы на ночь дверь закрыли. Челик, походу, в детстве аншлаг люто смотрел. А... Я ничего не понял, вообще ничего. Николаевич сегодня такой приблотненный, моднявый. А ну-ка, Николаевич, забацай голливудскую улыбку. Это что такое? Как он это сделал? Пожалуйста, пояснительная бригада, это что такое? Наверное, это накладные волосы. А вот это что такое? Надо с тобой снять такое, ты по-любому здесь остановишь эту штангу, ездим силой мысли. А вот так-то сможешь? Так, надо все хорошо растягивать. Ой, здравствуйте, что это за ТикТок сегодня? Вот так вот нахуй, я, знаешь, сижу, блядь, стримлю, блядь, с трансляцией провожу, а тут просто... Понятно, да? Вы поняли, да? То есть, ну, я как бы сижу, не тужу, делами занимаюсь. Посмотрите, чем моя женщина занимается. Я осуждаю. Это сзади 50 Cent, как я понял, да? Не знаю. Вот это тетюша. Я думал, это ребенок. Ей как будто 15, но потом... Так, стоп, но потом, как будто подожди, давай 15. Мы просто расценим. Да нет, не 15 ей, смотри, она вон где это отдыхает, в Дубаях. В Дубаях? Ну, не знаю, может, это не Дубаях. Ну, с натуральной такой грудью очень сложно, потому что... ну типа перевес идет. Не натуральная, она стоячая, и как бы там нет проблем. А это она... Висячая. Ну, блин, ну, гравитация, извините меня. Я поначалу думал, что он сейчас начнет плов готовить. Нет, только не говори, что он будет это есть. Он будет это сейчас есть. Я не вижу это кошмары. Я рыгаю. Я рыгаю. Я рыгаю. Я вспомнил. Он однажды ел скумбрию, вот так вот прям брал и жрал. Я прям отдирал и ел. Ты скажешь, что он ел скунса. Нет, скунса нет. Но я помню, что он скумбрию ел и молоком еще сбивал. Фу, бедняжка. Всю мать упорю. Твою мать. Вот это нихуя себе. Реально.
Полов на место и не трогай нахуй, что тебе не принадлежит. А ты бой ее видела? Нет, кто это? Это Иришка, по-моему, или как ее зовут? Подождите, стой, сейчас я посмотрю, как ее зовут. Ну, давайте кто-нибудь напишите. Иришка, да, ее зовут или как? В общем, надо тебе бой посмотреть. Там такая морда. Люди, кто мне говорил, что я не моюсь, блядь? С кем она дралась? Кто у тебя же? Да я не помню. А-а-а, с Беркова, Елена Беркова, порно-актриса. С ней она как дала, что я не моюсь. Причем самое интересное, что когда он начал драться, когда началась реальная драка, спарринг, я офигел, как дерется Елена Беркова. Она прям, ну, удушающе ее взяла. А как их свела судьба, я извиняюсь, конечно. Да слушай, предложили гонорар какой-то. Иришка Чики-Пики. А, Чики-Брики или Чики-Пики. Ну, да. Если этот аппарат, телевизор Sony хороший, если плохой, отклоняйся. Вот, понял? Человека можно обдурить, Бога околиться не обойдет. Тут как бы... Нет, ну это интересно, конечно, интересно. А я водил пальцами по губам. А я водил пальцами. Я вангую, сейчас будет просто паскудить мужика, чекайте. Никогда бы жене так не сделал. Это слишком унизительно. А она не спала. С таким лучше ответочкой заявления о разводе. Но я же сказал, не, ну это жестковато, блин, как-то слишком. Я буду рад, если это просто какая-то краска обычная на ногах у него. Банка была. Alright, now it ain't that funny. Come on. Серкан Балат. Я не поняла. 750 тысяч лайков. Объясните кто-нибудь. А ты понял? Что? Это вы с Дашей в караоке. Мы на Новом год когда ходили, там так плясали. Прикиньте, вы там с мамой не виделись, там недели 2-3 звоните и просто узнать, как дела, на трубке не берет в этот момент вашу маму. Така-така, да густа ты, мами. Узнала, что такое ТикТок. Только дырки в носке не хватает для полного антуража. А я не пойму, а что ты смеешься-то? А что ты мне? А что ты недалеко от нее ушла, если вот начинаешь такие вещи делать? Смотри на мои губы. Это когда говорят мне, что у меня большие губы. Ты смеешься, подожди, ты смеешься, а ты недалеко у этот. А ты, а я... Только попробуй. У меня отобрали абонемент в бассейн. Я подзываю менеджера, говорю, а в чем причина? Он говорит, ты, мол, ссышь в бассейн. Я говорю, чувак, так все ссут. Он говорит, с вышки, мол, ты один. Ебать, ну. Приветствую. Сегодня он, Валера, отправится к новогоднему столу, бля. Валера, по-моему, уже мертвым представился. Он спит, что ли? Я притворился мертвым. Такой вот кабанчик, бля. А, стоп, он его привязал, по-моему, нет? Или мне как? Девочки, ой, пчелка пролетела. Как твердят мужики. Готов. Это мы с Артемом. Заметьте, он тут смеется здесь. Потому что мне не смешно. Что значит не смешно? Чатик смешно? Это смешно? Не, вы скажите, это смешно? Не, ну скажите. Вот вы скажите, это смешно. Мы просто с ним не жили. Четверойня, четвер... Смотрите, как у меня кончик носа двигается. Че-че-че-че-че-че-че. Четверойня, четверойня. А, четверня. Четыре. Юль. Смотри, какие лыжи хорошие. Ой, Юль, извини, пожалуйста. Так.
получилось. Маска для лица. В виде йогурт. Я ничего не понимаю, почему. А я, собственно говоря, предполагаю, что здесь ей не нужно ничего понимать. Ну что, вот и подошла к концу нарезочка по ТикТоку. С вами был я, Тим Мацони, и Поленочка, красавица припеть. Все ссылочки на наши соцсети есть в описании. Подписывайтесь. Про телегу не забываем. До новых встреч.